Узнать график работы вашего врача, записаться к нему на прием, получить информацию о льготных лекарствах, а также уточнить их наличие в аптеках. Теперь можно 7 дней в неделю по единому телефону справочного центра здоровья. Добрый день, Наталья. Колл-центр здоровья теперь работает без выходных и принимает звонки не только от чебоксарцев, но и от жителей Новочебоксарска. Номер колл-центра 260303. Работа колл-центра на сегодняшний день увеличена. Работает с 7:30 до 8 часов вечера в рабочие дни. В субботу работает с 7:30 до 2. И в воскресенье работает с 8 часов до часу. Отвечаем на практически все вопросы, которые ставят перед лечебным учреждением, в смысле населения. Позвонив по этому номеру, можно записаться к узким специалистам и вызвать врача на дом. А также уточнить время работы медицинских организаций. Если вы записались на прием, а расписание вдруг изменилось, вам предложат варианты записи к другому специалисту. Соответственно, новое программное обеспечение позволяет, соответственно, отслеживать очереди входящих звонков, проверять качество работы операторов и оперативно решать многие вопросы, которые до этого у нас не решались. Позвонив в колл-центр здоровья, жители города Чебоксары и Новочебоксарск смогут уточнить информацию по льготным лекарствам. И если нужно записаться на прием к главному внештатному специалисту Минздрава соцразвития Чувашии. Они могут подсказать льготнику о наличии информации о наличии препарата в аптечной сети, в конкретной аптеке и о наличии препарата на региональном аптечном складе. Если пациент обращается за консультацией в плане назначения лекарственного препарата либо синонимической замены этого препарата, то функция переадресации звонка на Минздрав, она сохранена, и любой оператор в любое время может связаться со мной по внутреннему телефону и переключить на меня звонок. Также жители Чебоксар и Новочебоксарска смогут обратиться в колл-центр и пожаловаться на качество оказания медицинской помощи. Оксана Замятина, Сергей Рябчиков, Республика.